Друзья, всем привет! Смотрите, чем занимаюсь. В общем, это крапива. Самая обычная крапива, не мята, которая растет практически территориально в любой части нашей необъятной страны. Буду готовить растительную добавку для корма своим аквариумным любимцам. Поэтому я сейчас поставил кипятиться водичку. Здесь кастрюль нет на разводне, поэтому вот все, что есть, да, использую вот такой вот ложечку и, соответственно, свеженарванную крапиву. Хочется отметить, что крапиву лучше нарывать свежие побеги, которая более мягкая, где меньше стебля, да, то есть использовать в основном листья. В крапиве могут быть гусеницы, личинки, их можно даже не смывать, потому что ваши рыбки ими прекрасно полакомятся. Принцип заключается в том, что по мере закипания воды я буду опускать листья вот так вот в кипяток примерно на 1 минуту. Сейчас вода уже практически закипает, поэтому можно опускать. После термической обработки крапивные листья станут очень мягкими и прекрасно подойдут для скармливания нашим аквариумным питомцам. Вода закипела, жду 1 минуту. В основном рыбу будет интересовать листья крапивы, стебли. Рыба ест практически неохотно. Буквально через сутки, после того, как рыбка привыкнет к данному виду корма, она уже будет есть его с огромным удовольствием. Пока что рыба не проявляет никакого интереса и использует его более как укрытие. Крапиву можно использовать для всевозможных видов рыб. Я буду использовать как растительную подкормку для меченосцев, для гуппи, в общем, для живородящей рыбки и для сомиков и циструсов в качестве отличной растительной добавки. Спустя 5 часов после того, как опустил крапиву в аквариум, от нее остались только прожилки. Рыбы с удовольствием скушали мягкие ошпаренные листья и оставили только жесткие стебли. После этого крапиву стоит из аквариума удалить, дабы она не портила воду. В качестве растительной подкормки крапиву можно давать на регулярной основе, допустим, ежедневно, внося ее в небольших порциях. Если вы увидите, что ваши рыбки ее стали неактивно кушать, просто уменьшите периодичность. Таким прикормом, я имею в виду растительным прикормом, своих домашних любимцев можно почивать примерно, я думаю, 3 раза в неделю будет достаточно. А делитесь в комментариях своими рецептами растительных добавок для кормления аквариумных рыбок, так сказать, в сезон, да, в летний сезон, во время бурного цветения растительности в огороде, да, листья шпината, я знаю, делают, одуванчиков делают. В общем, друзья, пишите в комментариях, как вы балуете своих аквариумных любимцев. С вами был Артем Аквафиш. Всем пока, друзья, удачи в аквариумисте. Пока.